Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это очередная серия прохождения игры Vigilante 8 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами прошли кампанию The Dave'a, ну а в этой мы положим конец надругательствам койотов над нами и окончательно раздолбим их, так как у нас остался всего лишь один игрок. Самый мощный, вот этот пузатый дядька. Конвой. С очень крутым специалом, правда очень непредсказуемым, но очень мощной техники. Ну что же, поехали. Ох, ну да, вот такой вот реднек типичный. Так, что у нас тут? О, на нефтезаводе будет финальная битва. Ладно. Поехали. Опять же, будем надеяться, что без технических накладок будет все. Как это было в прошлый раз. Так, конвой собрался послать койотам весточку. Когда он обнаружил их стоянку в Нью-Мехико, конвой решил нанести визит Сиду, в надежде, что этот подонок еще в городе. Ну что же... Видимо, он тоже пока еще не Vigilant. Защитите ЖД вокзал. Ладно. Защитим, что же? Вперед из песни. Что у нас тут есть? Единственное, что плохо. На грузовике он обзор здоровенный. Он обзор сам же закрывает. Короче. Вот. Поэтому... Так, иди в жопу. Ой-ой-ой, сам себе еще. Заехал в кратер. Так, не взорвать бы самому этот чертов вокзал. Где он тут вообще есть-то? Так, давайте полечимся, чтобы он не полечился. Так, и теперь поехали воевать. Так, мы как раз тут возле вокзала, блин, находимся. Очень нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, взял, зараза. Специал у него есть. Вот подонок. Так, вот мы как раз сейчас возле самого вокзальчика. Ёшкин дрын. Да блин, он опять взял их. Ну когда нам тебе кончится, блин? Все, есть. Palomino destroyed. Почему ее, интересно, в русской озвучке называют... гады. Мираж? Непонятно. Palomino она всегда была. Хьюстон. Так, гады получили. Ну, гадина одна пока. Так, каньон. Ох. Помню, здесь меня камнем пришибло. Так, короче, это вторая попытка прохождения этой миссии, потому что первый раз она у меня что-то зависла опять. Пришлось аж с первой переигрывать, потому что я аж не засейвался. Блин. Ну, теперь все нормально. Теперь засейвался. Все хорошо. Так, что-то у нас тут по сюжету. Ну вот, Сида нигде нет, и его койоты куют железо пока горячо. Конвой отправился в Юту навстречу с Торком. Недалеко в каньонах его поджидала засада. Хорошо, хорошо. Посмотрим, кто кого. Защитите АЗС. И сейчас, блин, не зависнет, ё-моё. Так, надо сначала разобраться с малышом этим. блин, вдвоем на одного, ахуй. Собаки. Да. Есть, дискотечник развалился. У этого кошмарный запас брони. Его, конечно, так не прошибешь. Абсолютно. Ну, не знаю, что мощнее, вот даже мой грузовик или этот дядька сумасшедший. Ну, и чё ты застрял? А то ещё и заминировал меня. Что с пулемёта тебя забить, да? Все. Готовченко. О, еще и с обрыва ушел. Ништяк. Лихо разделали. Засаду они тут, понимаешь, гады устроили. Не смешите. Ё-моё. Так, надо не забыть засейваться. О, на горно... лыжный курорт сейчас поедем. На свежий морозный воздух. Пум-пум-пум. В8. Движок В8, видимо, у нашего тягача здоровенного. Во второй части, помню, тягача вообще четко сделают. Прям с прицепом такой мощный. Вообще. Дойдем и до второй части. Это я вам обещаю. Чё, надо это, со специала хоть пострелять. Мы уже две миссии прошли, а специала что-то так ни разу еще и не было. Так. Так, что у нас тут за завязка? Торг предупредил конвоя о Хьюстон-3, андроиде койотов, которая собиралась убить лидера Вигилантов. Торг посоветовал лечь на дно в Колорадо на некоторое время. Нифига себе. Так... Хьюстон-3 андроид, что ли? Не понял я что-то. Поселение надо защитить. Вот это да. Вот это номер. Это как-то даже неожиданно. Что ты? Пошел вон. Так, ладно. Надо вооружиться сперва. А потом будем пострелять. Уи! Так, ну может кого-нибудь хоть снесет этим, а? Давай, давай, давай. Нет. Пронесло, да? Так, что-то он меня покоцал так сильно. Бобёныш такой маленький. Фига себе. Поехали, может специальчик дадут. Так, что-то еще взяли. Есть, да, вон, видите, какие здоровенные покрышки у меня теперь. На месте кузова. Да. Так, где ты есть? Так, нет, домиков надо уезжать. Её кугур. Что он, интересно, говорит, какое-то непонятно. Вообще, многие из них непонятно, что говорят, конечно. Так, самому тоже лучше на это не попадаться. Хорошо, раздолбят. Так, ну-ка. Еще специальчиков наберем. Если не выбьют из кабины. Да. Ай-яй-яй, ну чуть-чуть не доехал. Вот о чем я и говорил. Наглые сволочи. Поехали, завал какой-нибудь сделаем еще с той стороны. Да ладно тебе. Шутишь, что ли? блин, со своими пчелами. Ты порядком достал, парнишка, если честно. Так, где-то тут специал должен быть, точно помню, вот. Ой-ой-ой-ой. Так. Однако. Пчелы, мухи, блин. Как они у тебя, что-то за мухи у тебя с пчелами, что они в зиму выживают. А-а-а! Да, тупанул. Ай-яй-яй, достали. Достали собаки. Едем, едем, едем. Сейчас же развалят. О, все, хана, наверное, грузовику. Все, что есть. Так, так, тихо, тихо, меня не трогайте. Это я, это я. Я свой, я свой. Так, вот что-то я даже не знаю, где. Так, это джип подбит. Джип. Пофигу. Блин, мухи, мухи. Чертовы мухи. Где этот? Дайте мне ключик. Может, тут появился? Да! По-моему, нет, нету. Черт. Где ключ-то взять? На склоне, может, да, вон, 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 вон. Так, что у меня есть? Ракеты, ракетами отстреливаемся. Он настолько мощный, что ему этот ключ там чинит-то всего лишь 3 полосочки. Так. Поднимаешься сюда, да, скотина? Так. Свалить чуть-чуть подальше. Да ну нахрен! Где он их набирает, этих пчел? Клятых. Так, все, остались без специалов. Нужен ключ. Черт его возьми. Нужен ключ. Так, это у него один специал, там целых 3 заряда будет. Говёных пчел. Так, шестистволочка. Так. Это до сих пор каталось мое колесо там, что ли? Вот это, да? Так, а ну-ка. Так, он специал. Сейчас. Давай, 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 давай. Ты же мощный грузовик В8. Должен в любую горку. Специальчик. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, прилетело. Так, он еще ключик появился. Походу только здесь и появляется. Так. Мне больше всего пикап, конечно, доставляет неприятности. Так, сейчас мы отсюда вот. Так, а где этот крендель? Так, ладно, сейчас возьмем специал вот этот с разгончика. Ой, на мину ходит. Так, где, где, где? Пикап, пикап. Мне нужен пикап. Переключись ты на пикапа. Приехал. Дом. Дом. Пикап. Блин. Так, ну пикапа завалить, нет. Что-то столько специалов носилось, носилось. Я топчик. Ой-ой-ой, меня не взорви. Ну да. вовремя. Так. Автобус у нас еще. Тут подранок недобитый остался. О-о-о. Ну-ну. Весельчак. Ё-моё. Весело, да? Весело. Ой-ой-ой-ой-ой. Взял. Сезон охоты открыт. Так, о, нехорошо. И где же ты сейчас появишься? Так, нельзя его далеко отпускать. Давай. Колесница. Да, он как раз вот и ехал. Оп, вот за этой штучкой. Фу, получили, ну достаточно гады. Сложно получилось. Чуть было не было конвоя, они не законвоировали. Ладно, последняя миссия осталась. Так, сохранится обязательно. Последний бой, он сложный самый. Сохраним в банке наши денежки. И поедем сражаться. Так. Где ты, здоровяк? Нефтедобыча, Нью-Мехико. Так, ну и чем у нас тут развязка будет попахивать? Каникулы закончены. Да какие же это были каникулы? Когда конвой узнал о планах Сида разрушить нефтезавод «Гексагон», он немедленно выехал. Надеемся, он наконец покончит с этим беспределом раз и навсегда. Ну вот, как всегда, приходится самым большим решать все проблемы за остальных. Ну что же, поехали. Решим. Так. Что-то меня тут зажали, валим. А то разделают еще под орех не начавшие. Ой-ой-ой. Да что ты, блин, уже сам столько тут разрушил, твою мать. Так, а ну иди сюда. Да сосредоточься ты на одном. Ну, гад, балалаечку взял. Нифига меня тут уже покоцали. Да, чувствую, я тут защищу. А, ну хотя нет. Мне защитить надо вон те штуковины. А они достаточно хорошо припрятаны. Куда мы тогда ездить не будем? Правда, там специалы лежат. Ну, блин, у него такой непредсказуемый специал. У конвоя, что, ё-моё. Да вашу мать, вы заколебали. Не уважайте больших. Ой-ой-ой, низкотечный. О-хо-хо, вижу. Ой-ой-ой. Дискотека продолжается, да? О, вон еще ключик, отлично. Мне пока все нравится. Началось, конечно, с их превосходства все, но сейчас потихоньку отыгрываемся. Ай. Стоять! Стоять, блин! Хорош тут. Так. прям жутко наседают. Так, что там, балалайчик. Оп. Сюда вроде можно заезжать. Это нам защищать. О, вот тут что катается. Ты еще. Так, вот еще штукенция полезная. Ща. Ага, схватили. Так, дискотечнику хана. Да блин, чё он? Мин наложил. Подсрачник. Так, вон он, шестистволочку вижу. Личиночку вижу. Оу, е. Так, опять зараза берет эту защиту. Так, а кто у нас боссом будет? Так, ну понятно. Кто еще остался? О, парнишка. На-ка, отведай. Супер балалайки. Уже супер балалайка. Это электронная балалайка. С усилком. Пошел вон. На-ка. Так, пойдем с тобой разберемся. Пора тебя добивать. Что-то ты долго здесь уже ездишь. Так. Разорвало. Так. Руки начинаем тут. На-ка. Ай. Так, вот этим у тебя достанет туда. Так, я тоже лечиться умею. Бум! Аж обкакался, бедный. Кошмарики. Чего ж ты так боишься-то, друг? Я ж тебя просто хочу на СТО отправить. На починку. А ты что-то так боишься, как будто я тебя убивать надумал. Так. Нет. Так, ну чё. Получи, фашист, гранату. Кто там? О! Манта. Мантра. О, балалаечка, отлично. Так. Какое плотное поле боя получилось, да, у нас в этот раз? Шмарики. На-ка. Еще балалайка. Великолепно. Где ты есть? Это он специалом, кстати, жарит. Так, ну и чё мы опять куда-то это... Читерим, а? Чё читерим? Какая у него защита хорошая, а? Проехал мимо. Бум! Так, пустой. Где ты есть-то? Так, что у нас тут? О, хорошо. Пора добивать. Куда же мы поехали? Это тебя не спасет. Я тебе точно говорю. Так, ну надеюсь, что не тронули они эти баки. Но туда мы даже не совались. Да, отлично вообще. Получилось как надо. Ну чё, все, разбабахали мы койотов. Под орех просто разделали. Они теперь будут долго очухиваться, я думаю. Пока мы сами не станем их предводителями. Дабы показать, как на самом деле надо себя вести. Так, ну что ж, все. Смотрим киношечку финальную за конвоя. А, ну концовку мы этого видели. Там сейчас, по идее, Шейла подъедет, и потом они ее подберут. А конвой-то себе отхватил Хьюстон, получается. И я так и не понял, Хьюстон, она андроид, что ли? По андроидам встревает дядька пузатый. Так, сохраняем. Все. Значит, у нас сейчас, смотрите, пройдена вся кампания за Вигилантов. И когда мы пройдем кампанию за койотов, у нас откроются две секретные зоны. Это там база НЛО, авиационная, секретная, и какой-то завод еще. Вот. Так что в следующей серии мы начнем кампанию за койотов. Вот. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось играться за Вигилантов. Ха-ха. Вот. Ну и думаю, что вы с нетерпением, надеюсь, будете ждать прохождения за койотов. Вот. Ставьте большие пальцы вверх, комментируйте обязательно, подписывайтесь на канал, на группочку ВКонтакте. Все ссылки, как обычно, под видео. Также я ссылку оставляю на скачку этой игры, если что, под каждым видео. Так что, если кто хочет, ну, эмулятор, в принципе, сейчас всем в помощь, как говорится. Вот, скачайте и играйте в классную игру Vigilante 8. Ну а с вами был Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии. Удачи всем!